Ароматный, нежный пасхальный кулич давайте приготовим. Сделаем опару в теплое молоко, добавляем сахар, дрожжи и муку. Накрываем, убираем в теплое место на 15 минут. Желтки взбиваем с сахаром, добавляем подошедшей опаре. Далее добавляем ванилин, соль, часть муки и начинаем замешивать тесто, постепенно добавляя муку. Когда вся мука добавлена, добавляем мягкое сливочное масло и замешиваем тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. И убираем в теплое место на 2 часа. Смазываем руки растительным маслом, обминаем тесто, добавляем начинку, у меня будет без начинки. Далее формируем из теста шарики и заполняем формы на 1/3. Оставляем куличики еще на 40 минут. Когда тесто в формах выросло, ставим куличи в разогретую духовку. Готовность проверяем зубочистками. Даем куличикам остыть, готовим глазурь, украшаем. Вот и все. Рецепт очень простой, а получается невероятно вкусные пасхальные куличи.